Безусловно, не стоит становиться каким-то театром, который не работает для зрителя, а работает только для служения, ибо тогда, правда, лучше молись. Мало актеров учат, понимаешь? И качество театра в этой связи достаточно, ну, оставлять желать лучшего. Нам предложили поехать на фестиваль в Каире, например, за свой счет. Количество театров для такого города, как Алма-Ата, нормально около 300-500 театров. А наши, как бы, профессиональные творческие кадры могут позволить себе не знать, что за 100 лет прошло. Ну, то есть в Алма-Ате не принято ходить в театр, да, то есть вот по большому счету. А если ты молодой, а если ты маленький, а если ты прорастаешь, пробивая землю, у тебя нет шанса. Когда приходит жизнь с топором, и говорит, знаете что, ребята, вы юзаете вещи, которые уже давно не работают. Про темперированный клавир Баха и про то, что до диез и ре бемоль – это не одна и та же нота. Я творческая единица. Алло, менеджеры? Да-да-да-да-да-да-да, здравствуйте, какой у вас проект? Как вас обслужить, как вам помочь продвинуться? У нас нет такого. То это большая ошибка думать, что творчество или талант, или одаренность находятся внутри нас.